карте и провел пальцем вдоль одной трассы на запад. Трассы 66. Здесь метро. Что-то мне подсказано сесть в машину и поехать по этой трассе. И знаете, куда я приехал? Сюда. Вот прямо-таки сюда. Прямиком к этому невероятному заведению. Когда я увидел очереди, как устроена кухня, попробовал бургер, я понял, что вам нужна. Франшиза. 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 Мы уже пытались. Блять, ты в Южной Калифорнии, один в Сакраменто, один в Финиксе. Это все, и больше никогда нет. Почему? Два слова. Контроль качества. Почти невозможно поддерживать стандарты на расстоянии. В ресторанах был бардак, на кухне грязь, несогласованные меню. Сакраменто подавали буррито. Смотреть, как обращаются с твоим детищем, с твоим именем. Мэг угодил в больницу. Так, пусть кто-то их контролирует. Ставили. И что же? Очевидно, справлялся он не очень. Наняли бы кого-то получше, кто справится. Раньше мы лучше будем тратить силы на то, чтобы это кафе стало идеально. Да лучше один прекрасный ресторан, чем 50 посредственных. Да, да, да. Я все равно считаю, что вам стоит нанять. Да, выберите. Я уверен, что вы полезно что упускаете. Говорю, вам должно же быть что-то... А это что? Концепция. А это что? Это чтобы кафе выделялось, было заметно проезжающим. Золотые арки. Так я их назвал. Золотые арки? Чья билет? Ну, такое только тип в голову может прийти. Есть такой постройки? Есть один. Феникс. Боже, какой я видел ресторан. В жизни таких не видел. У них полностью автоматизированное производство, ускоренная система выдачи заказов. Неплохо названа, потому что она невероятно быстрая. Клянусь тебе, это словно творение гения. Вроде Генри Форда. Революция? Революция. Именно так. Это революция. И ты хочешь вложить в это деньги? Не знаю. Еще не знаю, пока не решил. Но точно хочу быть частью этого. Опять 25. Ты о чем? Так, бумажные стаканчики, складные уголки, мультимиксы. У тебя 7 пятниц на неделе. Но благодаря этому у нас есть крыша над головой. На твоей есть. В смысле над твоей? Над нашими головами? Это хорошая крыша, Рэй. Хороший дом. И жизнь у нас хорошая была бы, если бы ты никуда не спешил. Мы могли бы ходить в клуб чаще, чем в бар за год. Могли бы хоть пора идти, но вместе прогуляться. Может, пора остановиться и перестать гоняться за собственной тенью. Когда ты наконец успокоишься? Честно?
Мы экономично развивающиеся компании и готовы к крупному успеху.